Поэтому за победу Дональда Трампа, за новую внутреннюю политику. Хакеры — это же люди свободные, как художники, они, значит, настроение у них хорошее, они встали с утра. Make sure we have a very, very strong force by paying the kind of money necessary to have that force. But yes, absolutely. Сдержал свое обещание и рассказал Сенату все, что знает о мифических связях предвыборного штаба Трампа с Россией. А так... That Russia was trying to get involved or meddling pretty strongly with the election. He did nothing about it. The reason is he thought Hillary was going to win.